У меня моя малышка. Ее забрали, узнав, что я натворил. Что ты сделал? У нее видео, компрометирующее всех нас. Он точно не выпустит нашу девочку живой. За твои действия. На его телефоне есть видео. Оно зашифровано. Мне нужно, чтобы ты его разблокировал. Ты меня не заставишь. Он из Венесуэлы. Я сделаю, что захочу, милая. У меня есть племянница, дочь сенатора. Она журналистка. Она слишком близко подобралась к чему-то там. У меня есть человек, который нас проведет. Дети — асы в компьютерах. Они не умеют этим пользоваться. Ты справишься там, внизу, да? Я в порядке. Держись рядом. Эти люди в разгаре войны. Каждый, кого видишь, — угроза. Я в норме. Наркобароны-повстанцы, эвакуацию не спланировать. Пойдем за ним. Извини за это, смотри на меня. У нас мало времени. Думаешь, твои планы сработают? Не думаю, что у него есть план. Я и не знал. Во что ты здесь ввязываешься?